Качественное молоко – залог нашего здоровья. Что добавляют в этот продукт нечестные производители? Возможно ли в домашних условиях распознать контрафакт? Определить качество молока возможно и при помощи лакмусовой бумажки красного цвета. Если в напиток была добавлена сода, то она посинеет. Подробный ликбез о выборе качественного молока смотрите 29 декабря в 20:00 на национальном телевидении «Чувашия» в программе «Качество».